Полигон ТБО построят вне города, и к мнению льготников прислушаются. В администрации города состоялась пресс-конференция председателя комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по Стерлитамаку Владимира Яценко. Одна из наиболее актуальных тем, прозвучавших в ходе встречи, это расположение участков земель для льготников. Каждый, кому предлагается участок, имеет право отказаться. Он из очереди не выпадает. Он остается также в очереди, и мы обязаны ему предложить иной земельный участок. Более того, вопреки опасениям льготников, в случае отказа от предложенного участка место в очереди сохранится. Также на пресс-конференции говорили о полигоне твердых бытовых отходов, вторая очередь которого строится в Стерлитамаке. По словам Владимира Николаевича, волноваться горожанам не стоит, так как место захоронения будет находиться за городом. Есть границы муниципального образования и есть границы населенного пункта. Вот эта свалка на сегодня находится за границами населенного пункта. Подробности пресс-конференции вы сможете узнать в ближайшем выпуске газеты «Стерлитамак-неделя».